Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех, дома из камня. Там уже тема одна была, по двум ниткам, как по двум ноткам. Сейчас та же самая тема, но только с другой работой немножко. И по-другому. Если вам нужно сделать вот такой как бы рисунок, или, допустим, у вас есть арки, арка одна, арка вторая, между арками, как сделать ровненько стену. Вот смотрите, у меня выдвинутые камни. Смотрите, выдвинутые камни. Выдвинутые камни еще не зачищены. Как мы это делаем? Для того, чтобы вот эти камни были ровно, мы смотрим по двум ниткам. Одна, вторая и камень. Как он ровно стал? Нет. Это можно пододвинуть вот так. То есть за счет двух ниток мы выставляем наш нижний забор. Если вот мне нужно класть вот здесь камень, как я вот здесь натяну нитку? Естественно, не могу. Как я вот здесь натяну нитку? Естественно, это невозможно. Я тяну две нитки поверх. Как это сделать? Естественно, мы натягиваем. Ставим брус один, второй, натягиваем нитку немного выше арок, или немного выше вот этих камней. И потом закладываем вот здесь стену. По двум ниткам я выстреливаю, то есть на каждый камушек, на каждую количку, камень большой, маленький, на все это я уже смотрю вот сверху. Только так мы можем выставлять камни ровно. Давайте посмотрим, как у меня сейчас. Вот посмотрите. Камни, они идут вот по нитке, я выставляю все камни. Это как мой уровень. Две нитки, это мой уровень. Я могу смотреть, то есть смотреть и видеть, ровно у меня вот этот камень или нет. Смотрю вот верхнюю нитку, потом нижнюю, и потом перехожу дальше, то есть смотрю, как он между нитками или нет. Не выпирает этот камень за нитки. Вот как нужно смотреть, чтобы класть ниже камня. Поэтому это еще один прием, что касается двух ниток. И вот этот необычный декор, дикарь, так сказать, подпорная стена, облицовочная стена с выдвинутыми камнями смотрится необычно. Вот даже отверстие для стека воды выдвинут камень. Как здесь класть камень? Нужно вот эти емкости заполнять, естественно, по двум ниткам. В заключение скажу, воображайте подпорные стены с разными рисунками. И мы приедем и будем вам строить. Стройте из камня, зарабатывайте!